Наш мир многолик и изменчив, но все же все люди, как правило, очень похожи. Похожи квартиры у них и машины, в похожие ходят они магазины, похожи идеи, заботы, задачи, похожие смотрят они передачи, похожи привычками и голосами, в похожести этой теряются сами. Зато быть похожим легко и удобно. Подобному просто общаться с подобным. Нет страха непонятым стать, непонятным, и жизнь протекает легко и приятно. Но вечно кому-то в толпе неуютно. Из массы выходят они многолюдные, меняют себя, разрывают шаблоны, и этим свои формируют законы. Они очень часто толпою гонимы, но мир у них яркий и неповторимый. И именно им удается порою людей изменить и вести за собой. Открыть что-то новое тот лишь способен, кто был непохожим, кто был неподобен. Ведь счастье всегда открывается смелым, другим, не зажатым лишь черным и белым. Не просто быть ярким и быть непохожим, но помни, что есть непохожие тоже. Они, как и ты, расширяют границы. Вам, может быть, стоило объединиться? Не бойся, исследуй, твори и меняйся. Пусть сложно и трудно, но ты не сдавайся. Ищи своих ярких, ищи необычных. Весь мир перед вами. Все будет отлично.